А это уже интересно. Ну вот и наш виновник интереса. Ну, план простой. Для начала надо покушать, но а дальше мы находим ствол, возвращаемся к нему и развалим ему кабину. Блять, оно такое хромое, такое жалкое. Мне немножко жалко его даже. Типа, ладно, я не буду спешить с тем, чтобы его убивать. Попробуем побегать с ним, посмотреть, что он будет делать. Может, немножко поможем. Может, это будет будущий друг. Я, конечно, не доктор, но мне кажется, ему херово так-то. Are you sick, man? Take off your helmet. I didn't hear you. Какой-то странненький человек. Либо новичок, либо тупой. You need some medicine. Да, все-таки человек, он не самый умный. Я уж лучше обойду. Ноги еще пожалею. Короче, расклад сейчас простой. Мы делаем вид, что мы якобы с ним пытаемся. Но я более чем уверен, что он попытается нас убить. Хотя я с ним добр. Я ему пытаюсь помочь, но походу ему нужны мои вещи. Шлем, рюкзак, еще что-то. Вот, я ему дам эту возможность, а если он попробует, я его все-таки убью, как и хотелось изначально. Ну, короче, здесь все понятно. Узкое место, у него дубинка, на мне он ничего не увидел, он хочет загнать меня в угол и забить там. Прикол. Maybe you take it? Ну все, ты захотел этого сам. На ей все испыть. Мне кажется, это этот челик с трубой, который хотел меня ушатать. Вот здесь поработал. Попытаем удачу, зайдем в полицай. Возможно, там кто-то будет сидеть, но проверим зато. Ни патронов, ни людей, ни хера вообще нет. Как были с пистолетом, так и останется. Ну, может быть, в зомбях побить, там что-то выбить получится. Тихе-хе, easy win. Это очень классная штука. Это я люблю, это я умею. Я, честно говоря, не думаю, что есть смысл летать в саму больницу. Максимум по крышам пройтись. Поэтому здесь 150 раз уже все залутали.
Найс. Местный деликатес. Стейки из человечины. Кушать, конечно же, я это не буду. Но кто-то, кстати, грыз. Это уже интересно. Эти люди уже опасны. Надо попробовать выцепить. Да бляха, мне это всю эпичность момента портит эта дура. Мне там преследовать надо, она пристала ко мне. Да что ж ты будешь делать? И еще одна. Так я не попаю, я их так никогда не догоню. Главные герои. Мы идем дальше за ними. Сейчас очень важно выдержать это расстояние, чтобы их не упустить, и они меня не заметили. Вот это такая тонкость, такая маленькая деталька. Но очень важно. Успеваю за ними, я думал, они будут сесть лутаться. Походу, они дальше куда-то идут. Надо сейчас высматривать будет. Недолго пришлось высматривать. Скоро я их догоню. Надо будет выждать самый нужный момент. Ну, или как получится. Одному залетело, а его телефон получай ты. А вы посмотрите, у меня кое-что еще есть, а вы не ждали, а вот вам на. Дядя, не надо, дядя, тебе вообще-то не надо, ты на кого батон крошишь? Смотри, у меня есть такая же штука, я тебя запикаю просто. А мне даже мостенько работал, что-то он херово работал, может повезет даже. Мостенько, подожди, я тебя сейчас заберу. За что-то, дайте мне уже просто залутаться, блин, черт, я босинку хочу. Никогда, просто никогда не дооценивайте своего врага, самое золотое правило. Думайте, что вы играете против киберкотлеты. Думайте, что он в разы вас сильнее. Думайте, что у него там не просто пистолет, а целый автомат. Только так можно перехитрить и обыграть. Никогда нельзя расслабляться. Ну, а на этом у меня, пожалуй, все на сегодня. Всем спасибо. Всем пока.